В Чувашии дан старт акции, приуроченной к Всероссийскому дню посадки леса. На субботник по восстановлению соснового леса, пострадавшего от пожара 2010 года, вышло все правительство республики во главе с Михаилом Игнатьевым. Вместе с министрами в Заволжье побывали и наши коллеги с ГТРК «Чувашия». Жаркое лето 2010-го до сих пор напоминает о себе. Но территория горельников потихоньку оживает. Сосны, посаженные 2 года назад, пошли уверенно в рост. Теперь рядом с ними зазеленеют новые грядки. Использовать будем вот этот инструмент. Называется он меч Колесова. Испокон веков лесоводы выращивали леса и использовали вот этот надежный инструмент. Вооружившись специнвентарем, члены правительства приступили к посадке. Глава республики призвал подойти к делу со всей ответственностью. На каждом дереве ваша персональная фамилия будет написана. Потом, соответственно, после проверки, после определенного периода времени, ну, через 3 месяца будет соответствующий доклад министра лесного хозяйства. Насколько выжили ваши деревья или высохли. Сегодня леса восстанавливают и с помощью техники, и вручную. Специалист за смену должен посадить 960 саженцев. На добровольцев эта норма не распространялась. За выходные маленькие сосны появились на 10 гектарах бывших горельников. Всего же в этом году Чебоксарское лесничество подготовило около 500 тысяч саженцев. В этом году мы, наверное, 50% горельников в целом восстановим, это около 5 тысяч гектаров. Остальные 50%, это почти что 5 тысяч гектаров в среднесрочной перспективе, но максимум 5 лет, я задачу ставил, мы должны восстановить.